Как сделать свой город красивым, удобным, а самое главное – комфортным? Этим вопросом задались жители не только Ульяновска, но и всей области. На территории школы номер 70 прошли оживленные обсуждения дизайн-проектов по благоустройству территории города. Более 10 команд представили свои работы в формате деловых игр. Десятки тысяч жителей видели наши приглашения поучаствовать вот в сегодняшнем обсуждении. Поэтому есть люди, которые пришли, вот просто увидев объявление, есть представители родительского комитета, родительских комитетов школ, тоже буквально 8 школ таким образом через своих представителей участвуют в сегодняшнем обсуждении. Это художники из близлежащей школы искусств, это студенты архитектурной академии. Студенты строительного колледжа оказались в числе тех, кто представил свой проект на суд жителей. Идея ребят заключается в том, чтобы оживить внешний вид улицы Камышинской. Районы, отдаленные от центра, почти всегда похожи друг на друга и утомляют архитектурным однообразием. Арт-объекты и скамьи из натурального дерева, по мнению авторов проекта, должны внести индивидуальность, ну и, конечно же, быть удобными в использовании. Преобразование улицы Камышинской, поскольку она, можно так сказать, слишком скучна, поэтому мы решили привнести немного красок в нее. Выбор мест, которые должны быть благоустроены по программе, начался еще с 15 января. Самое интересное же произойдет весной. Путем голосования граждане выберут проекты, которые будут воплощены в жизнь в первую очередь. 18-20 марта пройдет рейтинговое голосование на территориях городских, где, собственно, жители отдадут предпочтение той или иной территории, в результате которой будет определен приоритет, что в первую очередь мы будем благоустраивать в этом году и в следующем году. Сотрудничество граждан с представителями власти должно принести свои плоды в виде ухоженных парков, обустроенных детских площадок и засиявших новыми архитектурными формами улиц. Виктория Шикова, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.